Страшный монстр, не правда ли? Если вы не хотите, чтобы он пришел к вам сегодня ночью, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и сделайте репост. Скиньте своим друзьям или одноклассникам. Купер, да, все гонщики уже на старте, пора начинать.
победил. Но мне совсем не нравится его стиль вождения. Это же просто больно смотреть, как он едет. Не знаю даже, как ему удалось. Ну, спасибо за то, что помогал мне, Рио. Это было круто. Да, ребята, Купер взорвал трассу. Просто взял и сделал всех и вся. Купер в ударе, я бы сказал. Сегодня перед нами на трассе, но спорт есть спорт. Купер, считай, ты уже на старте Battle Machine. Аплодисменты победителю. Добро пожаловать на Battle Machine. Это твой первый гоночный уикенд. На нем проверят, на что ты способен. Тачку можешь не брать, у Battle Machine свои колеса. Откуда берут, не спрашивай, не скажу. Все машины настроены одинаково. В общем... Позвольте обратить ваше внимание, сегодня у нас выступает Райан Купер. Это его первые большие легальные гонки. Райан показал высокие классы на ночных улицах и практически стал чемпионом Battle Machine. Интересно, что он покажет нам сегодня. Итак, записывайтесь. Следующий этап пройдет... Стоп, а когда? Сейчас я точно узнаю и скажу, окей? Да, пока не забыл. Налетайте на все палатки, которые встретятся вам на пути. Спонсоры нас поддержали. Теперь вы поддержите спонсоров. Без них ничего бы не случилось. Самые красивые, подтягивайтесь к пульту диджея. Скоро начнется конкурс купальников. Да, у гриппа есть множество разновидностей. Но в итоге все они сводятся к скорости. В этих гонках всегда много участников. Поэтому риск аварии особенно велик. Здесь спасает только хорошая реакция. На крутых поворотах следи за разметкой и стрелками. Они подскажут, когда дать по тормозам. Старайся обходить противников. Thank you.
посмотрим, на что способны наши новички. Они не первый раз сели за руль, это я знаю точно, что некоторые из них я знаю. Я знаю, что некоторые из них зажигают на улицах города после захода солнца. Сейчас они разогреются и покажут класс. Итак, Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх.